Тем временем в Ижемском, Печорском районах Коми и на севере Усть-Илимского установится чрезвычайная пожароопасность, сообщает гидрометцентр Коми. Во избежание лесных пожаров Главное управление МЧС по Коми рекомендует населению не сжечь сухую траву и мусор. Необходимо ограничить посещение лесов. При возникновении любой чрезвычайной ситуации срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112.